качаем кистью. То есть ни в коем случае не пальцем, вот это пальцами. Да, видите, у нас ходит кисть неподвижно, вот эта часть. Так вот нельзя. То есть вот, четко должно ходить. Вот у нас усилие, да, которое происходит. Для того, чтобы оно так правильно происходило, у нас левая рука соприкасается с грифом в двух местах, да. То есть вот здесь и вот здесь. И как раз получается вот такое движение, да. То есть можно для начала просто вот так вот взять и попробовать покачать перед тем, как ставить на струну, да. Ну и такое упражнение, то есть вот нота ре, допустим, рассмотрим, что это у нас соль минор пентатоника, да, пятая ступень. И по соль минор пентатонике мы будем играть вибрато по второй струне. То есть это нота ре, фа, соль, си бемоль, до, ре, фа, соль. Ну, если улыбаешься, когда вибрируешь, значит мажорная вибрато. Ну, обычная фраза по пентатонике. Передобавим в начало, в нижние ноты палм-мьют, а в конце фразы стаккато. Да, то есть как изменилось звучание, как было. Да, то есть намного более выразительно, да? Игра пальцами дает очень много оттенков. Я, допустим, применяю какой-то около блюзовой ситуации. Да. Это позволяет даже какой-то уже ритм создавать. Фразировка. Ну, даже вопрос-ответ. Суммирование. Это что такое? Играем две коротких фразы, одну длинную. Да, то есть две коротких, одна длинная. То есть она объединяет потом эту общую мысль, да, и в итоге получается законченное предложение. Допустим, еще вариант. Соответственно, есть вариант другой, как дробление, да, то есть когда вы играете длинную фразу, потом две короткие. Принцип продолжения концовки, да, то есть когда вы играете фразу, а последние там буквально несколько нот ее являются началом следующей фразы, то есть следующую фразу начинаете с повтора концовки предыдущей фразы, да, допустим. Так, совсем просто, сейчас чуть поискуснее. Ограничить себя количеством нот, да? То есть, ну, во-первых, тут же надо вспомнить про все эти принципы работают, вопрос-ответы, плюс звукоизвлечение там пальцами, стаккато, то есть все это раскрашивает, да? То есть, когда у тебя мало нот, вот, допустим, сейчас вот 5 нот я возьму, и попробую на 5 нотах как можно дольше продержаться. Thank you.
на первой струне. Вот. И как раз постараюсь, здесь нот тоже будет больше. Вот. А уж клишеточники не подходят. Да, то есть вы играете что хотите, но по тактам написано, в каком боксе играть. Второй бокс. Возвращаемся в первый. Так, паузу после каждой фразы делаю. Второй бокс.